оплатить налоги криптовалютой. Жители швейцарского муниципалитета Кьясо с января 2018 года смогут осуществлять налоговые платежи в биткоине, сообщает сайт ProBitcoin. Кьясо конкурирует с городом Цуг, центром внедрения биткоина и криптоинноваций. С июля 2017 года Цуг уже принял более 40 платежей в биткоине. В отличие от Цуга, который ограничивает платежи до 200 швейцарских франков, Кьясо повысил лимит платежей до 250 швейцарских франков. Администрация города Кьясо уже принят ряд шагов на привлечение криптовалютных компаний и предпринимателей. Таким образом, подчеркивается в сообщении, Швейцария планирует стать мировым лидером криптоинноваций.